आचिनोति जो शास्त्रार्थम आचरे स्वयं आचरति यस्मात् आचार्योस्तेन कृत्यता। आचिनोति जो शास्त्रार्थम स्वयं आचरे स्थापयति अपि स्वयं आचरति यस्मात् आचार्योस्तेन कृत्यता। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что невозможно выбрать ачарью через посредством выбора. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что это невозможно в принципе выбрать ачарью с помощью выборов. Это невозможно. Возможно, из-за этого Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад он не чувствовал необходимым выбрать как-то ачарью. Давно, я имею в виду около 50 лет назад, был один ачарья в нашей сампрадае, он был достаточно стар, я не буду называть его имени, он проповедовал по многим странам, он был очень могущественным, и кто-то из его преданных подошли к нему, к своему Гурудеву, и попросили Гурудева, что вы уже достаточно пожилы, и поэтому... Если вы не определите, кто будет наш будущий ачарья, под чьим руководством мы должны находиться, то есть наша просьба указать на кого-то. И вот какое-то время Гурудев молчал, а потом сказал, что я не вижу никого достойного, и что же делать? И тут какие-то преданные сказали, что у Махарадж ваша миссия, она уйдет в небытие. И тогда Гуру сказал, хорошо, если по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху эта миссия, которую я установил, если она пропадет по желанию Махапрабху, то это хорошо. Но я не могу выбрать ачарью, кто не достоин быть ачарьей. Это невозможно. Старшие преданные, которые жили там, совершали вайшнава, общение с вайшнавами, служение вайшнавам, для них это не того, что служить вайшнаву. И принимать служение от вайшнава — это разные вещи. Те старшие вайшнавы, которые находятся здесь, они знают об этом, что мы можем служить вайшнаву. И в то же самое время, если наше настроение не позитивно, мы получается, что мы принимаем служение от вайшнава. В санскрите и бенгале это называется вайшнава бога. То есть если мы находимся рядом с вайшнавами, то есть мы как-то можем ими наслаждаться, принимать часть их практически на себя. То есть все будут знать о нас, что мы находимся с великими вайшнавами, и это практически придет к нам. И поэтому Шрила Прабхупад в своем книги он о том, кто есть вайшнав, он четко говорит нам, что кто вайшнав, а кто нет. Что от кого уходит пратишта, камини и прочее, они настоящие вайшнавы. То есть не тот, кто отказывается от практики. То есть это одно из видов ложного эго. Что если мы отказались от практики, вот если практика отказалась от нас, вот тогда мы настоящий вайшнав. Вот в этой поэзии вайшнавки Шрила Прабхупад
ясно говорит, кто вайшнава, а кто нет, поскольку иногда видно, что те обусловленные души, у них есть, кто-то говорит, что кто-то вайшнава, кто-то не вайшнава, но Шрила Прабхупад говорит, что у нас нет права говорить об этом, поскольку мы сами находимся в обусловленном состоянии, и такие души, находящиеся в обусловленном состоянии, они не могут делать какие-то определения, кто вайшнав, а кто нет. И вот как же, что же делать, поскольку мы все находимся, ну, мы все вайшнавы, кто-то саньяси, кто-то брахмачари, грихасхи, у всех тилаки, канхималы наши. И как же определить, то есть, кто Шрила Прабхупад говорит, как же определить, кто настоящий вайшнав, а кто не очень настоящий? И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы посмотрите, что тот преданный, который возносит славу Гурудеву, говорят «Джай Гурудев, Джай Прабхупад», но хотя они так говорят, но их действия направлены против чистых гуру вайшнав, то они, несомненно, не вайшнавы, поскольку они... идут против чистых вайшнавов. То есть своими действиями они не подтверждают свои слова. И вот сегодня я очень удачлив, что я нахожусь на этом великом собрании. Мой шикшагуру Шрила Бхактивалав Чирита Госвами Махарадж. Как можно определить, что он великий вайшнав? Кто-то может говорить, что он не вайшнав, а тот вайшнав, а как понять, кто есть кто? На самом деле, через его служение, через его Гуру Сева можно определить. Первый шлока, о котором я сказал, я хочу немного ее объяснить. В 10 части говорится, Бхагаватам говорится, вот это шлока, что можно. Нужно достичь полностью умиротворенного состояния только тогда, когда вы получите полную милость Гуру Вайшнавов, иначе это невозможно, и поэтому всегда в Чайтамрите говорится Кришна Бхакта. Кришна Бхакта не имеет никаких желаний, поэтому полностью умиротворен. Он полностью удовлетворен, и он может говорить сиддханту, поскольку она автоматически является в его сердце. Он не производит какую-то философию сиддханту в своем уме, она автоматически является в нем. И вот слово... И в этой шлоке говорится, что если вы получили полную Гуру Крипу, то только тогда и только тогда вы сможете стать по-настоящему умиротворенным и совершать бхакти, не достигнув такого состояния, невозможно. Есть различные виды бхакти, но сейчас некогда все это обсуждать. И вот в первой шлоке какой-то Пуране говорится вот это. Это очень важные слова Шрила Бхактивинода Тхакур. Он говорит в своих книгах или что те, кто достиг, что некоторые люди не уединяются в каком-то баджанном кутире и повторяют харинам, но их харинам они повторяют для того, чтобы... Но люди думали, они что не великие свидетели, а Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто проповедует и своим собственным примером показывают, как нужно жить, они более возвышены, они более важны. И я уже говорил, что главная обязанность ачарьи – это дать полную защиту сиддханте. Если он может дать полную защиту сиддханте, то тогда
все может быть защищено. И также я сказал, что Сиддханта и Сева, они практически едины. Они не отличны друг от друга, поскольку Сиддханта в практической форме — это есть Сева. А если Севу можем осознать с помощью Сиддханты, то это тоже самое получается. И вот первый шлок, который я начал, что, может быть, какой-то вайшнав, он, у него идеальное поведение, как у Гуру Кришнада с Бабаджи Махараджа, Джаганнада с Бабаджи Махараджа. Они все утвердились в их совершенном очаране, в совершенном поведении. Но его особенность в том, что Гуру Кришнада Баба не проповедует, но он говорит какую-то очень важную сиддханту много раз. Он возражает против каких-то вещей, которые идут неправильно. И вот в начале всего, перед тем, как начать проповедовать, вы должны утвердиться в вашем поведении и в ашаруне. Это очень важно, иначе у вас нет права проповедовать. То есть, если полностью утвердились в ашаруне, то только тогда и только тогда вы сможете проповедовать, иначе нет. И вот суть в том, что из ашаран есть и проповедуете, но, а, можете проповедовать, но не проповедуете, то, как, например, пример с Харидас Такуром и Санатаной, они обсуждали это, что Харидас Такур и Санатан, они восхищаются Харидас Такуром, что он намачая, с личным спутник Гуранги Махапрабху, а Харидас Такур говорит, что нет, вы более важны, поскольку Гуранги Махапрабху дал вам наставление утвердить Сиддханту и открыть все эти священные места Лилы Шри Кришны. Потом вы очень удачливы. И вот они обсуждали между собой. Санатан Госвами говорит, что кто-то совершает ачар, но не прача, но не проповедует, а кто-то проповедует, но у него нет должного поведения, а ты самый удачный, ты самый лучший, поскольку ты как являешься своим примером своей собственной жизни, идеальный пример, и ты также проповедующий. Я думаю, что ты лучший из ачари. Is the topmost. Now another vital point другое, о чем я хочу сказать, начали Бхакти Валапити Тхигасай Махараджи и тех утвердившихся ачари, вот такие как Бхакти Вайбхав Пури Гасай Махарадж, Бхакти Прамод Пури Гасай Махарадж, Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гасвами Тхакур, или Сила Бхакти Тхакур Мадхава Гасай Махарадж, их ачарон, он совершенен, поскольку ачарья через свое поведение они могут вложить чувства сердца Бхаву, сердца обусловленных душ. Они могут их спасти, иначе невозможно. Иначе это невозможно спасти обусловленные души. Это главное. Вы должны следовать поведению вайшнавов, этикету, и также у вас должна быть сила с помощью вашего ачарана, чтобы своим собственным примером вы могли подавать пример другим обусловленным душам, иначе вы не можете действовать как ачарья. Это очень важно. И он также практикующий ачарья, и поэтому он ачарья. То есть те, кто... А тот ачарья, не практикующий ачарья, он только может проблемы принести проповедь. У него получится негативная проповедь. Есть два вида проповеди, негативные и позитивная проповедь. То есть позитивная проповедь возможна только настоящими чистыми преданными. То есть и через них возможно позитивная проповедь, иначе, если проповедуют обусловленные души, то это невозможно. И вот насчет позитивной проповеди, она очень медленна, но очень надежна, и она вносит очень сильные впечатления
сердца своих обусловлен исполненной души. И также есть негативные проводы, проповеди, агасу, бакаса, джарасанга, они все проповеди для Кришны, но негативным образом. И такая негативная проповедь, она очень быстро, как, например, Хануман проповедует о славе Рамачандра. Но Раман, он тоже проповедует о славе Рамачандры, но гораздо быстрее. То есть один позитивным, а другой негативным образом проповедует. И вот вы должны помнить это. Если сейчас многие старшие вайшнавы ушли из этого мира, и мы уже не можем видеть перед собой яркий пример, до тех пор, пока обусловленная душа не может увидеть такой яркий пример вайшнавизма в своей жизни, она не сможет получить вдохновение совершать баджану. В этом проблема. Мы должны видеть и следовать великому ачарье, его совершенному примеру, если мы будем находиться под его руководством, и тогда, и только тогда для нас возможно совершать баджан и проповедовать. И вот в жизни Шрилы Прабхупады, в жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа, они все говорят о позитивном, они позитивные проповеди, поэтому они всегда, практически всегда, они сталкиваются с какими-то препятствиями, с какой-то оппозицией, как, например, Шрила Прабхупад говорит Харикатху, а тут какие-то сахачи и бабаджи, они хотят убить его. Они, и так Шрила Бхактивинода в Пуре, он сказал ему, что лучше отправляйся в Навадвип Даму, в Майпур, и совершай баджан, совершай харинам, и потом я могу дать тебе другие наставления, пока совершаю харинам, ягью и в Парматале. Так что вы знаете, что этих сахачи хотели, они напали на Гауди Вайшнаву, они хотели убить их, и вот это последствия такого позитивной проповеди. И какие-то преданные сказали, что мы можем пойти в суд и подать заявление на них, но Шрила Прабхупада сказал, что зачем, не нужно. Смотрите, у нас нет денег, мы не можем проповедовать широким образом. Вот смотрите, с их помощью о нас узнала вся Индия, все газеты, все радиостанции говорят о нас, благодаря их нападению. И поэтому всегда думайте положительно, хотя вот, например, не проповедовали так негативным образом, но Шрила Прабхупада видел хорошее в этом. Как и вот Шрила Бхактивиналапти, Госвами Махарадж, он явился в Асаме, в Голпаре. Он с самого детства, он прекрасный преданный. Я написал книгу его биографию. И вот книга называется «В поисках святого места». То есть это книга о Шриле Бхакти Валлабхе Тирти Госвами Махараджа. И вот 50-летие его саньяси я опубликовал эту книгу. He is growing Vaishnav Seva mood and bhakti. One day Maharaj coming back from school, he had a, he watching in one house, there is one sample of Kala, right, in here. He watching why? He entered the room. Any Vaishnav coming inside your room? Yes, I like to take darshan. No, today, not now actually. И вот он пришел туда, чтобы получить даршан тех вайшнавов. Он сказал, что сейчас они не могут приходить вечером. Вы харикатху услышите и даршан получите. И вот он пришел и встретил Бхактидайта Мадава Госвами Махараджа. И он был очень впечатлен, увидев его божественный образ. И он полностью и он был очень вдохновлен. И он полностью предался ему в тот самый раз, первый раз, когда он его увидел, и он решил, решил присоединиться к нему, к Шри Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Actually, after that,
после этого, когда он закончил свое образование, он полностью предался лотосным стопам Шили Бхактидайте Мадхава Госвами. So I will have to go there. That's why I cannot speak a lot. So many points actually, Seva Mood, actually, all day and night, without Shiva Bhakti, Он находился под руководством моего Гурудева Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он не отличен. Он видел его как не отличного от своего Гурудева. И вот во время Раджа Мадхава Парикрама Шрила Прабхупада совершал эту парикраму, потом Шрила Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. And Srila, my Guru Pāpa, used to stay with him. And one day, actually, some devotee всегда совершал парикраму, и вот какие-то преданные тут начали возмущаться, что из-за Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа мы всегда опаздываем, он еле ходит, мы не можем быстрее передвигаться, и поэтому хотим закончить парикраму побыстрее, мы уже там проголодались, и отдохнуть надо. И вот это сказали Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и ночью. И он стал подобен льву, идите, а я пойду с моим Гурудевом Шрила Бхакти Прамода. Я не могу видеть Враджа Даму, я могу только видеть Даму под его руководством, а что вы увидите без него, за что вы хотите, идите быстрее, я не нарушу мое правило следовать за ним и не шагу вперед. Даже если Шрила Бхакти Лактита Госвами Махараджа принес его асану, даже на сантиметр выше, чем асана какого-то старшего вайшнава, он никогда туда не сядет. Он сидит ниже. И таким образом от него мы имеем возможность узнать о настоящем этикете вайшнавов. Я прошу прощения и молюсь о милости. Однажды в Гокуле я написал одно письмо с таким решением, что Махарадж будет уверен на 100%. Я получу твою милость. Я написал в этом письме, я обещаю, что я обрету твою полную милость и с такой решимостью. Я написал ему письмо, я надеюсь, что он благословит меня полностью. Ванчакал Бодхадгоси Кепасин Бхавиша Патитанан Павлан Бхавиша Бхавиша.